Анна Пченко, Виктория Гладикова представила свой проект на всероссийском конкурсе социально ответственных девушек «Мисс Молодежь». Она прошла отбор из 5000 претенденток со всей страны. Говорит, что в Москве она познакомилась с единомышленницами. В финале жюри и зрители познакомились с ее волонтерской работой. Виктория занимается с детьми, проводит различные игры и конкурсы. Говорит, что коллеги и зал приняли ее доброжелательно, хотя сама финалистка признается, что немного волновалась. Очень на сцену было волнительно выходить. Вот это, наверное, самое было страшновато так. Волнительно, но вышла, выступила, вопросы задавали. Я с девушками познакомилась в Мурманской области, вот победительница, потом с девушкой из Московской, из Подмосковья тоже, то есть потом из Челябинской области, потом с города Кировград, вот это вот Урал, тоже с Урала, то есть очень много девушек, мы сейчас общаемся с ними, переписываемся, то есть ВКонтакте у нас есть общение. Когда собирались уже уезжать, то есть они сказали: «Виктория, мы вас ждем на следующий, встретимся на следующем конкурсе», то есть как бы у них тоже такие намерения, следующий год еще участвовать. Ну, я тоже планирую пока, в планах, тоже пока планы.